мы пришли к знаменитому крейсеру «Аврора». Такое впечатление, что он стоит на берегу, но там говорят, речка есть. Какая-то маленькая Невка. Вот он, трехтрубный корабль, который возвестил о начале Великой Октябрьской социалистической революции. А проще, большевистский переворот. Подойдем немножко ближе к нему и там поснимаем еще. Привязанный он на таких бонах здоровенных. Никуда так. Где сам наш мост? Ну вон же, вон, посередине. Ну вон же, вон. А, и вот еще. Вот. Может быть. Там написано «Отец Санкт-Петербург». Хорошо. Я продолжаю смотреть «Аврору». Вооружение какое-то, пушки. Не, вот отсюда, наверное, да? Или там вот есть? Хорошо, там вот садятся они. Хорошо. Самая интересная экскурсия. Группа 20 человек, а вот так вот. Может пройти. Кафешка «Аврора». Аврора зарабатывает. Аврора зарабатывает. А что, вот как раз уже полпятого, где-то в пять можно. Ну вот здесь можно подсняться. Аврора на водительской.